Ты что не торопишься? За мной зайти обещали. Зайдут, вместе пойдем. Смотри, не опоздай. Да нет, без нас не уедут. Упала, Ленуся? Немножко. Больно? Ничего, до свадьбы заживет. Нет, Ленуся, не заживет. Почему ты так думаешь, Андреяш? Ленуся, я к тебе хочу сватов посылать. Андреяш, что ты? Как ты? Посылать, Ленуся? Не знаю, Андреяш. Посылай. Ну, что ты с нами сделал, а? Я же вам говорю, Степан Васильевич, не виноват я. Мыл машину, вспотел, выпил воды. Ну, при чем здесь я? Пил, а сам ни при чем. Воду пил. Вот, лучший голос нашего колхоза. Воду пил, ну, при чем здесь я? Ничего смешного я не вижу. Едем на республиканский смотр в Кишинев, в столицу. И предупреждаю, товарищи, вас всех. Чтобы... Да нет, чтобы насчет этого? Да нет, ладно, надеюсь. Заводи машину. По машинам! Играет, позабыв про важные дела, побежал.
запила. У нас еще один номер. Комиссия сократила вашу программу. Ничего не знаю. В программе записан еще один номер. Трио. Сняли. Что сняли? Номер сняли. Подними, внимание, раз. Давай сюда. Что вы делаете? Что вы делаете, товарищ? Всего три минуты. Да ни одной минуты. Проститься, давай занавес. Какой там занавес, товарищи? Что вы делаете? Занавес! Я иду жаловаться. Идите, идите. Ну, приготовились? Внимание, ребята. Три, четыре.
сигнализацией ими не занимались. Степан Васильевич, всего 3 минуты. Они этот номер целое лето готовили. Вы послушайте, как играют. Ты, Саша, никому ни слова. Мы сейчас их купим, спрячем, а потом вручим в торжественной обстановке. Сюрприз. Я-то, Степан Васильевич, молчу. О, ребята! Ребята, идите сюда! Что? Степан Васильевич приготовил для вас сюрприз. Какой? Только молчок. Он не велел вам говорить. Тебе труба, скрипочка, да-да, футлярчик, аккордеон, беленький там. Смотри-ка. Степан Васильевич, вас ищут. Обожди, нас снимают. Вас в комиссию зачем требуют? Зачем? Не знаю. Пошли. Эти грамоты мы хотели вручить не только лучшим, но и достойным. Правильно. Лучшим в песне, лучшим в труде. Ильяна Станчу. Подходит? То есть как это подходит? Лучшим в песне, лучшим в труде? Ну, конечно, подходит. Раскидца Нор. Подходит. Андрей Нестряну, Алексей Мамулат, Григорий Кемпяну. Замечательное трио. Да-да. Разрешите мне вот эти 3 почетные грамоты с собой взять. Какие грамоты? А зачем? Формулировочка к ним не подходит. Какая формулировочка? Лучшим в труде. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Степан Васильевич, а может, не так уж плохо? Уж больно номер-то хороший. Нет уж, разрешите, когда можно будет, я сам вручу. В торжественной обстановке. Ай-яй-яй-яй. Орлы! Таланты! Рад познакомиться. Хочу поднять бокал, прошу в буфетку. Нет, что вы, мы не можем.
Зовут меня Георгий Иванович. Вы извините нас, Георгий Иванович. За все пиво плачу я. Нет, нам сейчас в зал нужно. Нам сейчас грамоты вручать будут. А, молчу. Прощаться не буду, жду вас в буфете. Хорошо. Коллектив колхоза «Новая жизнь» завоевал почетное право на участие во всесоюзном смотре в Москве. Ильяна Станчу, лучшим в песне, лучшим в труде. Добренько, это уберите, а сюда еще лучше бы парочку пивка. Хорошо. Орлы! Прошу! Нет, спасибо, Георгий Иванович. Простите, а? Вы не видали троих товарищей из нашего коллектива? Видел. А где они? Ушли. Как ушли? А что случилось? Вы слышали, как они играют? Слышал. Таланты! Таланты, а им грамоты не дали. А? Всем нам дали, вот посмотрите, а им ничего не дали. Понятно. Налей-ка 4 штучки. Так. Очень вкусно. Главное дело, ребята, не унимают. Обидели нас, Георгий Иванович. Зови меня просто Гица. Обидели нас, Гица. Ну, я вижу, братцы, вы того. Плюньте вы на все эти интриги. Смотрите на меня. Великолепно живу без почетных грамот. Тоже был колхозный житель. Счетоводом был. Участвовал во всех этих самодеятельностях. Тоже не оценили. А я все-таки живу. А как же вы живете, Георгий Иванович? А на свадьбах играем. Свадьба в трусенах 500, свадьба в суслянах 300, в киперсенах по 100 на брата. Вот и все великолепно. А с вашими талантами... Ребята, есть халтура. 3 шикарных свадьбы. Не надо, ребят. Спасибо вам большое, Георгий Иванович. Мы не можем. Да что вы, ребят, это же по пути. Раз и отделали, а? Не надо. Нет, Георгий Иванович, нам домой нужно. Ехать надо. Жалко, большие деньги пропадают. Ну, Мазарин. Мазарин. Главное дело, ребятки, не унывать. Обидели нас, Георгий Иванович. О, подумаешь, обидели. Раз, два, три, на меня ты посмотри.
празднуем из 23-го? Да, 3-го. Пройдите-ка сюда. Где же это вы пропадали? Вас искали, искали, все заплатили и уехали. Когда уехали? Еще вчера уехали. Вот квитанции, вещи в камере. А переночевать где можно? Номеров свободных не граждан. А как же нам быть? Есть люкс. Дорогой? 60 рублей. Ага. Выписывать? Выписывать. Подождите. Погодите, минуточку. Здравствуй, Гриша. Здравствуй. В такое горячее время на валах. А ну, садитесь в машину, ребятки. У нас денег нет, Георгий Иванович. Как нет денег? Мы, Гица, в люксе ночевали. Да садитесь в машину, в чем дело? Я плачу, пошли. На валах 150 километров, неделю трястись. А тут свадьба в Трушенах 500, свадьба в Сусленах 300, в Киперченах по сотне на брата. Давайте, ребята, ведь по дороге. Отделаем в два счета. Давайте, ну. Давай, Гриша. Давай, если по дороге. О! Давай налево! Главное дело не унывать.
Григорий, вставай. Гриша, Алексей, читай. За недостойное поведение, прогул и пьянство Бюро комсомольской организации просит правление колхоза снять с почетных мест все грамоты товарища Нестряну, Мамулат и Кемпяну, которые они получили в прошлом году. Согласен. Забирайте домой ваши грамоты. Не мы их вешали, Степан Васильевич. Не нам их и снимать. Правильно. Не вы их вешали. А я, старый дурень, их вешал. За вашу игру на дудках много я вам прощал. Нянчился я с вами. Так всю славу свою поснимает, Степан Васильевич. А вы о нашей славе не беспокойтесь. Наша слава – труд наш. Считай. Ну, пошли на репетицию. Я не пойду, пусть без меня репетирует. 25. Я тоже не пойду, пусть без нас. В общем, правильно. Степан Васильевич идет. К нам. Пойдите. Здрасте. Здрасте. Они все здесь, Степан Васильевич. Вот они. Здравствуйте. Здравствуйте, Степан Васильевич. Вы почему на репетицию не идете? А нам некогда, Степан Васильевич. Занимаемся. Чем занимаетесь? Агротехник. Упрекали? Нашли время, когда у нас самые горячие репетиции. Через 2 недели в Москве выступать. Разрешите присесть? Пожалуйста. Вы что, будете присутствовать, Степан Васильевич? Если разрешите, поприсутствую. Ну, давайте читать, ребят. Давай, Гриша. Как только начал таять снег... Этим надо было зимой заниматься. А нам не важно, мы весь цикл будем систематически проходить. Давай, Гриша. Как только начал таять снег, провели ранее выборочное бронование. На виноградник подзябливая вспашку. Понятно. Вот что, друзья, учиться начали очень хорошо. Но, голубчики, учтите, если вы вздумали меня вокруг пальца обвести, не выйдет. Я сам лично буду экзамен у вас принимать. Понятно? Ясно, Степан Васильевич. Вот так. Идемте, девчата. Предисловие будем читать? Не надо. Нет. Введение. Настоящая книга
написано с учетом результатов работ Всероссийского научно-исследовательского института. А может, не будем видение читать? Не надо. Давай с первой главы. Глава первая. Внедрение и развитие оказались не под силу царскому правительству. Что там? Передай своим студентам, что мы без них обойдем. Что это они придумали, ребят? Дифференциация меристематических клеток конуса нарастания начинается с возникновения трех слоев, вытянутых в длину клеток. Рисунок 29. Вот видите? Интересно. А именно, внутренних слоев клеток центрального цилиндра. Тогда. Вот этих ребят из рассвета она привезла. А ты ж нас хотел к ней сватами послать. Ну не, теперь пускай подождет. Эти парни, конечно, хорошо играют, но учтите, я категорически против. Стыд. Скажут, не могут своих талантов найти, у соседей занимают. Я лучше вас никого в Москву не пущу. Ну, а как же быть? Как быть? Надо повлиять на них. Вот что, Степан Васильевич, их надо посватать. Кого посватать? Леона Андрея. Не выйдет. Нет, это уж вы не беспокойтесь. Это я беру на себя. Главное, их надо разъединить. Кого разъединить? Андрея, Гришку, Алешку. Поодиночке мы их всех к рукам прибьем. Ну ладно. Пробуй. Кто там? Это я, Фарась. Кто я? Ну я.
Можно войти, а? Можно. Ты дома? Дома. Больше никого нет? Нет. Раз. А? Тебе можно? Можно. Ты что, ко мне по делу пришел или просто так? Просто так. Ой. Парась. М? Почему ты со мной в таком тоне разговариваешь? А что, тон самый обыкновенный. Ты что, куда-нибудь торопишься? Очень тороплюсь. Это куда ж ты торопишься? Куда ж ты торопишься? Опять на репетицию, да? А это уж не твое дело. Дурак какой. Ах так, дурак. Хорошо. Я вот сейчас пойду, найду этих ваших трубачей и все им ноги переломаю. Эй! Алеша! Алеша! Я вам покажу, кто такой товарищ Мамула. Алеша! Да стой же, тебе говорят! Я вас слушаю, в чем дело? Теперь ты на репетиции ходить будешь, а я тебе заниматься помогу. У меня тетрадки со всеми лекциями есть. Нет, не буду, Парась. Нет, будешь. Не буду, Парась. Нет, будешь. Нет, не буду. Будешь? Не буду. Без Андрея и Гриши не могу. И они ходить будут, и все будет хорошо. Парась, ведь Андрей не будет ходить из-за Ляны. Будет. Это не будет. Нет, будет. Я говорю, не будет. А я говорю, будет. Парась, а? Не будет. А надо их помирить. Я с Ляной поговорю, а ты Андрей объясни. Ну не можешь же она сама к нему подойти? Не, Парась, из этого ничего не получится. Вот давай лучше так. Я поговорю с Ляной, а ты с Андреем. Нет, все равно не выйдет из этого ничего. Нет, выйдет. Нет, не выйдет. А я говорю, выйдет. А я говорю, не выйдет. Парень он хороший. Ну что ж, сватайте. Просватаем. Всю жизнь благодарить будут. Ну, держись, сваты. А я пойду немножко поприличнее оденусь. Внучка! Что, дедушка? Выходи, к тебе гости пришли. Ой, гости какие! Вы что, на репетицию звать пришли? Нет. А зачем? Сватать тебя пришли за Андрея. Сватать? Ляна! Выходи за него замуж. Их вы. Разве так надо было звать? А как? Как? Да разве какая-нибудь девушка скажет сразу чужим людям? Замуж хочу. Надо было сесть с ней за стол, завести какой-нибудь посторонний разговор,
Я бы поставил кувшин вина, да и одеться надо было поприличней для такого случая. А то пришли точно в лавку. Гвозди есть? Нет гвоздей. И пошли. А что делать, дедушка? Что делать, что делать? Дай-ка вон то блюдо, а ты дай вон тот платок. Пойдем, внучка. Что я должна делать? Если принимаешь наше предложение, дай нам платок. Правильно. Недавно в Кишиневе с большим успехом прошел республиканский смотр сельской художественной самодеятельности. Лучшие коллективы республики выступили на заключительном концерте в Молдавском государственном театре. Помощник бригадира виноградарской бригады колхоза «Новая жизнь» Ильяна Станчу и колхозник Андрей Нестряну. Зрители живо интересовались результатами смотра. В перерывах в фойе театра зрители делились своими впечатлениями. Саша, о чем ты там с ними разговариваешь? Ну как о чем, Степан Васильевич? Вообще разговариваю. Понятно. Впечатлениями делитесь. В этом смотре коллектив колхоза «Новая жизнь» занял первое место. В ближайшие дни ансамбль выезжает в Москву для участия во всесоюзном смотре художественной самодеятельности. Победители всесоюзного смотра получат почетное право представлять самодеятельность советской молодежи на всемирном фестивале. Я очень счастлива, Андреевич. Я тоже. Очень счастлив. Что это не так долго не выходит, а? Почему долго? Нормально. Такие дела так быстро не делаются. Странный ты какой-то. Я ничего не понимаю. А я все очень хорошо понимаю. Только вот зачем ты ко мне подружек своих посылала? Вот этого я не понимаю. Каких подружек? Это ты посылал? Кого я посылал? Алешу. Гришу. Сватов твоих. Каких сватов? Я никого не посылал, Ленуц. Прости нас. Мы тебя просватали, Андрей. Да что же вы? Ильяна согласилась, и дед тоже согласился. Да не об этом! Спасибо, ребята. Большое спасибо.
Ленуца. Три, четыре. Смотри, что тут делается. Чей это участок? Чей это участок, я спрашиваю? Алешкин, Гришкин, Андрюшкин. Пошли. Ну, пошли, я тебе говорю. Подготовились? Подготовились. Конспектики, вижу, принесли. Вижу, хорошо подготовились. Старались. У меня к вам, ко всем троим, будет один единственный вопрос. Как подвязывается виноградная лоза? Шутите, Степан Васильевич? Нет, серьезно спрашиваю. Знаете? Знаем, конечно. Ну, если знаете, так идемте продолжим экзамен. Идемте. Идемте, товарищи. Вот. Полюбуйтесь, граждане. Тебе не стыдно, Андреяш? Ну, возьмите, Степан Васильевич. Нет, не возьму. Ну, а как же мы без них в Москве будем? Мы им поможем, Степан Васильевич, честное слово, поможем. Конечно, поможем. Саша. Говорю, принеси. Возьмите, Степан Васильевич. Хватит, нянчился я с ними. Вы же сами говорили, что стыдно с чужими в Москву ехать. Ну, правильно говорил. Василек, иди сюда. Ну, иди сюда. На, сыграй-ка, мою любимую. Что вы, Степан Васильевич, не буду я играть. Василек, ну сыграй. На, в Москве на ней играть будешь. Бери. Все, никуда ты не поедешь. Как не поеду? Не отпущу и все. Поеду, Андреев. Не поедешь. Поеду. Не поедешь, Ленуца.
поеду. Не отпущу и все. Дедушка, дедушка. Жених я или не жених? Ну, могу я ее не отпустить, в конце концов, а? В старое время и зарезать мог бы. Так я жених. Пока жених. Что это значит? Пока. Если она уедет, не нужна она мне. Понял? Ну и ты нам такой-то не больно нужен. Ну все, дед. Договорились. Нет, не все. Не договорились. Она уедет. Прощай, дед! Ой. Все слышал? Все. Ленуц, ты можешь сделать, по-моему? Нет. А ты, по-моему, можешь? Нет. Тогда и я нет. Ну, значит? Ну, говори. Характерами не сошлись. Значит, не сошлись. Ой. Ну вот что, ребят, после уборки уйду я отсюда. Это дело решенное. Не смогу я, когда она мне будет все время на дорогах попадаться. Можно у вас виноградика немножко, а? Я заплачу. Птица! Георгий Иванович! Орлы! Хо-хо, орлы, здорово! Здравствуйте. Здравствуй, Леша. Привет, Георгий Иванович. Привет, Андрюша. Ну, как живете, ребята, а? Ничего, Георгий Иванович. А вы как, а? Да тоже. Отлично. Здравствуйте, Георгий Иванович. Здравствуй, Гриша. Здравствуй, спасибо. О. Георгий Иванович, а скрипка-то ваша где? А зачем теперь она мне? В каждом колхозе свои музыканты завелись. На свадьбах бесплатно играют. Ты, Гица, садись, ешь. Ребята, не найдется ли у вас тут работенки для меня, а? Ты, Гица, ешь, ешь. Потом поговорим. Thank you.
фестиваль молодежи открыт. Слушайте репортаж со Всемирного фестиваля молодежи. Почему? Потому что вернешь, что вы вместе будете. А мы характерами не Сегодня 20 тонн. Завтра с виноградом закончим. Будьте здоровы. Ну, как у тебя? Вывезли последний. Сколько? 218. Молодец. Все первым сортом. Еще раз молодец. Степан Васильевич, я с вами хочу как с отцом поговорить. Что с тобой, Андрей? Вы знаете, что у меня с Ляной? Знаю. Бросила она тебя. Ну, не она меня, а я ее. Врешь, она. Степан Васильевич. Ну, ладно, ладно, ты. Дальше. Ну, а дальше? Тяжело мне. На работе все время рядом. На улице опять она. Понимаю, понимаю, Андрей. Характер у нее, ох, характер. Трудно. Не могу. Да-да-да-да-да. Тут нужно предпринять что-то такое решительное. Так, чтобы раз и... Вот я и решил. Молодец, уважаю. Вот. Правильно, раз и все. Это что? Прошу отпустить в соседний колхоз. Это зачем? Ну, чтобы раз и все. Да ты что? Да вы же сами говорили, Степан Васильевич. Что я сам говорил? Что я сам говорил? Ишь ты! Забирай обратно. Забирай обратно! Степан Васильевич, я к вам как к отцу пришел, а вы отпускайте и все, хватит! Натерпелся! Это... От кого натерпелся? От нее! От нее? Золото она! Это еще неизвестно, кто от кого натерпелся. Все равно не нужна она мне. Золото. Не нужна? Ну что ж, если тебе недороги люди, которые... С которыми, в общем, надоел родной колхоз, иди! Это разберем направление. Все, иди! Погоди! На, получай. Эх, хотел вручить в торжественной обстановке. На, собирай вещи. Нужен Степан Васильевич? А, Ленуца, заходи. Заходи.
Ничего, обойдемся. Еще пожалеет. Плакать не будем. Что с тобой, Ленуца? Что с тобой, Ленуца? Степан Васильевич, я хочу с вами как с отцом поговорить. Вот. Что это? Тяжело мне с ним в одном колхозе. Ты что, рехнулась? Вы же знаете, что у меня с Андреем? Знаю, он тебя, нет, ты его, ну, в общем, друг друга. Знаю, эх, не любишь ты его, вот что я тебе скажу. Нет, люблю, но вместе быть все равно не хочу. У нас такая неприятность. Ляна из колхоза уезжает. Ну, у вас-то что? У нас похуже. Что? Андрей из колхоза уезжает. Как уезжает? Вот так просто уезжает и все. Ай-яй-яй. Какое несчастье. Да. Ай-яй-яй. Ну, какое несчастье. Что? Забирай свое заявление обратно. Что случилось? Лянка из нашего колхоза уезжает. Иди к Степану Васильевичу и забирай свое заявление. Степан Васильевич, я вот как думаю. Если Ляна уедет, Андрей может остаться. Что-что? Я говорю, если Ляна уедет, Андрей может остаться. Погоди, погоди. Ляна уедет, Андрей остается. Андрей уедет. Степан Васильевич, извините, разрешите заявление обратно, я остаюсь. Ага. Правильно, получай! Ну вот, теперь все правильно. Ляна уезжает, Орел остается. Степан Васильевич. Да-да, заходи, заходи. Степан Васильевич, можно я возьму заявление обратно? Ага. О! Спасибо, Степан Васильевич. А. До свидания. До свидания. Thank you.
Ты что, Андрей Еш? Я хочу проститься с тобой, Ляна. Прощай. Навсегда прощай, Ленуц. Навсегда. Прощай. Все. Ты никуда не поедешь. А я никуда и не еду. Это ты едешь. Заявление обратно взял. Вот.